Мы с Никой решили улететь, но обо всем по порядку. Мы вызвали машину и поехали в аэропорт. Ника, как обычно, заснула в дороге. А когда проснулась, мы уже были в аэропорту. Все, мы в аэропорту. Все наши 1, 2, 3, 4 чемодана. Теперь пересчитываем. Кость, помаши маме ручкой. Мы впервые за 2 минуты сдали багаж, и у нас было много времени погулять по аэропорту. Большой? Ника тут играет с роботом. Рейс нам задержали на час, поэтому, когда мы сели в самолет, Ника снова заснула. Не успели мы взлететь, как уже была посадка, так как летели мы всего 1.5 часа. И приземлились в аэропорту Бангкока, но это не конечная точка. А где мы сейчас, смотрите в следующем видео или сейчас в нашем инстаграм Ника Фэмили.